Че, пошли дальше? Да, фоткаем? А, это вообще прыжок мутный какой-то. Так, идем дальше. Че тут? Нет, прикол, смотри. Это вообще... А, да, видно. Спалят тебе. А? Видно. А тут это, походу, была раздевалка, да? Вообще, да. Это раздевалка. Раздевалка. Смотри. Что там интересного? Ну-ка. А, старые пластинки. Везде. Это можно все замазать. А, в принципе, да, согласен полностью. Да уж. А что ты раздевалка, если ничего интересного? Ну да. Ну, людя, может, интересно, но раздевалка тоже, видишь, заброшена. Ничего. Машины. А? Машины. Не сюда. Птичка дохла. Фу, смотри, птичка дохла. Тут какая-то картина интересная. Тут тебе картина не нравится ничем? Тут не будем. Тут запикать надо. Смотри. Ага, лента какая-то. Смотри, что такое. Ух ты, какой-то аппарат. Ну-ка. А сколько тут запасных кнопок? Ну, блин, нет только. Смотри, здесь какие-то шкафы, сундуки. Здесь была зеркала. А, смотрите, что там. Это красавчик. Это физика. Физика? Нет, не физика. Это алгебра. Алгебра. Кабинет алгебры. Математика, алгебра, геометрия. Да уж. Ну, прикольно. Я рад, что приехал, конечно. Почти полностью сохранно. И... Классно. Мой класс. Страшно. Страшно, ужасно. Тут разобрали все, стены вот такие, хотя тут остались почти пола люстры, разбито все, дребезгу, пол разобранный, что-то уже начали. Дрова нужны были. Дрова. Вот смотри, какой запись на пленочке. Мне кажется, русский. Русский? Да. Да? Это русский, кабинет русского. Ленин. Да, прикольно, короче. Кругом это тоже пленка, я даже такую пленку не видела. Это от чего, не знаю. Уже люди, пишите, откуда эта пленка. Это нет. Кто со мной согласен, отзывается. Да. Комменты тоже пишите, что за фигня. Школа это вообще тема. Так, пошли дальше. Шестой класс. Шестой класс. Чего тут интересного? Какие-то карточки, смотри. Ой, смотри, как прикольно. Да? Ну-ка, так, пора подойти. Опа, у нас еще. Смотри. Блин, подожди. Может эту фановую свет включить? Смотри. Юр. Круто. И тут всегда. Офигеть, да? Я сейчас увижу. Дай крышу посмотреть. Да. Мы это посмотрели. Одной, можно? Охренеть, да? Хочешь машинку посмотреть? Машинка там есть. Здесь машинка, подожди. Нифига не понятно, но я вам показал эту машинку. Солдатики. А, это старинные машинки. Ну-ка дальше. Офигенно. Во, вот так уже. Вот это Египет. Это кабинет истории был. Да? Угу. Классно, смотри, какая фигня. Смотри.
Какие-то фото, блин, не проходят. Угарно. Еще есть? Дофига. Дай посмотрим по одной. Я буду смотреть, где более... Стульчики. Да? Угу. Блин, бывает без, надо... Без обложечки тоже есть, блин. Какая-то фигнюшка. Ладно, все, я устал. Кажется, так интересно. Такие фигнюшки, кажется, нет. А вот, наверное, и коробочка, да? Вот. И коробочка от них. Прикольно. Так, да? А, короче, стоило 20 штук. Цена 1 рубль. Угарно. Да, уж интересно. Время-то уже темнеет. Что там интересно? Ну-ка, так одного посмотрим. Фокус вообще какой-то. О, есть такой фокус, ну. Интересно. Вот, думаю, красочный. Нет, это русский. Русский? Вот это фигня из русского. Вот. Вот такие интересные фигнюшки. Вот это, понимаю, школа. Вообще шикарная школа. Блин. Вот. Все есть. Так, парчи, пошли дальше. Убьет. 380. Ого. Ну-ка, посмотрим. Пятый класс. Ух ты, тут, блин. Пусто? Пусто? Ну так, все равно я посмотрим. Отец еще... С ним. Пятый класс. Заброшенный пятый класс. Трудно здесь как-то странно. Да. Вот библиотека. Думаешь? Нет, вот тут какие-то вот это. Сейчас подойду, посмотрю. Может, по музею? Нет, смотри, тут это какая-то железка. А, ступенка. А. Ты что? Игорь обосралась. А я не видно, что ты свет включил. Это библиотека. Да ладно. Это книжки, библиотекарша. Какие книжки забирают ученики? Круто. Ё-моё, я-то всё знаю. Старинный штекер, аудио, какая-то баночка, скляночка. Это библиотека. Да? 100%. Блин, где раньше были мы, да? Ой, блин, люди! Старинные монеты. Или нет? Не знаю. Сейчас посмотрим, как в каком году. Блин, старинные, 2 штуки. Мы богаты. Во, еще. Еще один. Так. О, у нас даже столько кабинетов. Много? Ага. Подожди, мы тут этот нашли акционную монету. 3 штуки. Клад нашли? Конечно, акционные, блин. Это нужно взять. А, во, еще хочу показать. Смотрите, что разбито. Ай, блин, кувшин. Лакированный. А у меня ВКонтакте какие-то чурки подписываются. Из-за того, что меня вкинули в группу. Да? Послушно, прикинь. Охренеть, тут еще убиваете. Ладно, дальше. Ты напиши свой инсту. Пускай туда подписываются. А это что было? Я фонарь еще хочу запасной. Давай. Ух ты. Ух ты, тут темно. Страшно. Тут, похоже, тоже кладовая какая-нибудь. Я говорю, знаешь, костюмы в школе. Блин, есть. Подожди. У меня фокус пропал. Mm-hmm. Хотя нет. На мишке. Помочь? Помочь. Держи. Ну-ка. Лишь фонарь.
Ругаться нельзя будет, да? Что, никак? А-а, попробуй. У меня смотри, какой прием. А-а, хитрый. Конечно, мне так и дал. Вот диплома нет приема, если нет второго. Так, что мы тут видим? Тут же какая-то гардеробная была, не гардеробная. Или еще одна библиотека, фиг его знает. Короче, дети мои. Смотрите. Уж не знаю. Голова не падает там? Нет, опинул что-то. Это что было большое? Какая-то пленочка, какая-то кинофильма интересная. Видите, что здесь было? Я автовидела. Нет. Дерьмо, да. Да уж. Короче, все тут было, походу. Смотри, кто-то интересно вижу. Что это такое? Какая-то кружилка, смотри. А я фотку. Да? Это что, не знаю, люди. Подскажите, что это такое? Ну-ка, что там написано? Забивается. Блин, люди, это источник давления какой-то. Ладно, ставим. Фотку покажи. Фотку. Да, тут нет. Вот там фотка. Вижу, вижу. Могу пусниться, походу. Или нет, ты даже знаешь, как вот, хорошую ученицу, типа отличница. Ученица года? Блин, отлично, красивая, да? Круглолица. Я бы женился бы. Так. Ну сейчас она, походу, выросла, меня не посадят. Ух ты! А тут интереснее! Такой, не знаю, что интересно тут такое. Ой, это я знаю, это кабинет физики. Да? Это я не знаю, что такое. Я не знаю, кто знает, но я видела в кабинет физики. Офигеть тут. Это кабинет физики, да. Это не кабинет, а вот инструмент лежали. Вот смотри. Иди. Да? Ну-ка, что там? Да. Приборы. Знаешь, это кабинет физики был. Наверное. Всякая фигня тут. Вау, вау, вау. Это прибор для измерения температуры. Да, вон, колбочки машут. Да? Да. Я его знаю. Благополучно. Всё, знает. Охренею. Ну, я как бы в школе училась, помню. А это, короче, колоночка. Я тоже знаю. Я хочу это узнать. Да. Тут всякие микросхемы интересные. Смотрите. О, смотри, туалет. Какой классный кафель, кстати. Да? Мне нравится, черно-белый. Давай посмотрим. Фига себе, у какой, да? Ну, это унитазы новые. Охренеть! Да, какой красивый, как будто это где-нибудь в офисе. Угу. Смотри, здесь. Сейчас, подай. Унитарский столовый. Ну, это да. Видите, ремонт был в туалете и закрыли школу. Охренеть. Тут какая-то яма. Унитаз вынесли. Да. Или умывали. Офигеть. Как будто этот в офисе. Шикарно сделали. Смотри, блестит новое. Смотри, а поп, смотри. Охренеть, ну вот. Блин, ремонт сделали. А это даже для ёршика было. Как будто вчера выбросили этот, забросили все. Тут, короче, разнесли все. Пи-да. Да, запикаем. Вон крышечка новая, кому надо. Осталось только. Прикинь, сделали туалет и взяли, закрыли. Я в шоке. Пипец, блин. Вот это школа, понимаю, да? Угу. Чё, дальше чё? Кабинет директора, что ли?
Да? Я думаю, клик маленький. Интересно, как слоится. Я это меня куда оставила, я боюсь. Ой. Фига, знаете, вот выключатели рабочие. Можете рабочие? Сейчас забейте. Вот, нифига тут дырище. Вон, короче, не нашел. А так где тушитель, а баллон такой. И все? Ну, типа, у нас Новый год, 8 марта отмечали. А кто взял, да? Ну да, вот какая-то. Фотография. Да. Смотрим мелочи. Где? Ну вот, смотрите. Это столовая. Да ладно. Правила мытья посуды. Здесь столовая была. Да. А. Здесь кушали. Да. Нормально. А здесь у тебя тоже. Слишком маленькая там. Ух ты. Вообще жесть. Ну-ка. Ну, заходи. Их, блин, там вообще. Кладовая, может, было бы. А где готовили тогда? Там же и готовили. Охренеть. Тут запасной выход. Да. Короче, на этом запасном выходе мы и закончим нашу заброшенную школу. Школу. Опять я с вами. Да. Подписываемся, ставим лайки. Лаки-лаки. Чем больше лайков, если вы хотите, чтобы мы снимали такое видео еще и прошли в церковь. У нас есть 3 церкви на примете. Все зависит от вас. Подписываемся, ставим лайки. Пишем в комментах, что вы хотите таких видосов побольше. И если хотите, чтобы мы в церковь зашли, пишите комменты. И чем больше лайков, чем больше видео. Короче, если видео посмотрели до конца, если вам понравилось, обязательно лаки. Без лаки никак. Лаки-лаки-лаки. На этом мы с вами прощаемся. Ждите новое видео. И пока! Пока.